Установка багажника «Атлант» с опорой «Е» на гладкую крышу. Комплектация. В стандартной комплектации багажник состоит из трех частей – адаптеров, опор и дуг. Номер прижима соответствует положению на крыше – левый, правый, передний, задний. Подушки также имеют номер для определения местоположения. При наличии штатных мест для крепления багажника в комплекте может быть 2, 4 или 8 болтов и до 4 шайб. В комплект поперечных дуг входят две дуги, два резиновых уплотнителя и 4 заглушки. Сборка багажника. Вставьте уплотнитель в верхний паз дуги. Лишнее отрежьте ножом. Нижний паз закрывается отрезком линейки. Необходимая длина отрезка указана в таблице сборки. Столбец – длина заглушек паза. Разрежьте линейки. Обратите внимание, для передней и задней дуги длина линеек, как правило, отличается. Вставьте отрезок линейки в нижний паз. Введите опору в нижний паз дуги, зафиксируйте шестигранником. В соответствии с будущим положением на крыше, подберите по таблице сборки нужную подушку. Соедините подушку и платформу. Защелкните их в опору. Аналогично подберите прижим и соедините его с опорой. Таким же образом соберите остальные опоры. Две собранные дуги готовы к установке. Установка багажника. Установите дугу на крышу автомобиля. Крыша должна быть сухой и чистой. Расстояние, на котором необходимо ставить дуги, указано в таблице сборки. В таблице указано либо конкретное расстояние от центра крыши в сантиметрах, либо указано штат, что означает наличие штатных мест для установки багажника. Например, отверстие с резьбой. Тогда в комплекте имеются болты для фиксации прижима. Отверстие без резьбы. Выемка в дверном проеме.
возможны и другие варианты штатного места. Если подушка имеет так называемую ступень, то перед началом затяжки обратите внимание на ее положение. Она должна отстоять от ребра, так как при затяжке происходит сдвиг опор края. Затяните попеременно с двух сторон болты шестигранника. Убедитесь в надежности установки, потянув закрепленную дугу из стороны в сторону. Вставьте задние крышки опор. Вставьте отрезок линейки и лишнее отрежьте ножом. Установите торцевую заглушку на дугу. Вставьте крышку опоры и закройте ее ключом. Аналогично закрепите вторую дугу. Багажник установлен.